Буэнос, Диас Перцы. Ядерный рассвет снова заряет ваши экраны, а это значит, что мы продолжаем херачить своему НПСМБ. Усаживайтесь поудобнее, берите хавчик и делайте громче. Сегодня будет действительно жарко. Поехали. Чё я задумал? Начнем с главного. А задумал я одной, мать её, гонушкой, выбить все пари. Ну, исключая, конечно, фотокамер. Это даст мне 90 тысяч рейта сверху. Но я хочу еще более лютой движухи. И именно, блядь, поэтому. Поехали. 30 минут с ментами на хвосте. Как тебе такой, Илон Маск? Я немножко покатал в прошлом дубле. Получился небольшой технический косячок, поэтому сразу с пантиаками поехал. Но, с другой стороны, невелика потеря, там получалось бы секунд на 10, наверное. Можно просто гнать. Само приползет. Паришки такие, как бы так сказать, это, блядь. Самонабирающиеся. Во. Уилл, примени, бля. Диспетчер, высылайте эвакуатор. Объект устроил ДТП. Хуй лучше. На-нахуй. На-нахуй. Ух, тут дерево не втемяшилось. Чё-то, кстати, я давно носорожек не видел. Сука, ебучий дрифтинг. Переграждение вполне себе спокойно миновал. Ребята, я собираюсь прижать его к обочине. Так, 5% челленджа сделано. Все нормально. 9 тонн рейта, пока еще даже без трупов. Что странно. Вот темнело как-то резко. Бабах нахуй! Первый труп. First blood. Целится. И куда он денется? Нарушитель прорвался. Внимание всем, это правило. Ну все, в принципе, можем тупо чинить. Просто гнать, нахуй. Не растягиваемся. Сейчас придумаем что-нибудь. Он особо не любил бы. Он не собирается тормозить. Сейчас заставим. У-у-у! Ну просто пить уродов почем зря. Так, блядь, это мне уже нихуя не понравилось. Давай теперь ходи. Не могу его обойти. Что делать, прием? Он прорвался, едет дальше. Да, там был заград разве? Сука, в капот ударил. Задом мне явно не дадут сдать. Все не дали. Сука, приколы начались уже на первом круге. Какого лешего? Он врезался в заграждение. Внимание всем, мы перекрыли дорогу. Блять. Попробуйте пригнать его к нам. Остановить не удалось, продолжаем. По встречке, ветер в харю я хуярю. Начинаю задержание, ждите. Мелко
Нихуя себе мелкое с лесовоза бревна посыпались, в рот оно ебалось. Сука, я им дорогу расчистил. Осталось всего 3 огра. Так, тем временем мы уже проскочили 10%. Сближе 15 подбираемся. Теперь быстро собрались в коробочку и прижали этого пирата. Все свободные машины. Щеткий удар. Я представляю, как ребятки охуевают, когда в миллиметрах от них на скорости в за 200 проносится какая-то неведомая зеленая хуйня. Всех наших. Пришлите сюда хоть кого-нибудь. Будут через 1.5 минуты. Я к северу от вас. Попробую его перехватить. Аналогично. Со мной группа. Скоро будем. Нет, ты убил. Лесовоз красит. У-у-у. Бля. Еще минуту огров ждать. Пока, щенки. 33. Я повторяю, все срочно сюда. Вас поняли. Браво, 3-2. Подкрепление уже выехало. Вот, смотри, что надо их прямо на место. Прикрытие будет через 30 минут, ждите. Сейчас как перебежит толпа. Я к серии от вас, попробую его перехватить. Слава богу, вот эти вот узенькие места я вроде как проскочил. Тут тух нахуй. Засада не сработала. Он уходит. Дел мне больше нехуй. Стоит смотреть на вас, что ли? Толпа орков уже прибыла. Be ready to fight the horde. Или как Borderlands первым. Второе дополнение для этих бегущей арены. The horde way. Ну и на тебя несется орда психу. Вот это, блять, я понимаю. Я собираюсь прижать его к обочине. Чё ты сказал? Да хуёв тебе бочку, ублюдок. Сьерра-1 всем участникам погони. Будьте внимательны, мы перекрыли дорогу. Ага, перекрыли они. Только я почему-то объехал. Никого не увидел, по идее. Ну, блядь, огров всё меньше. Куда ты поехал, дебилушка? Блядь, ебать они долбоёбы, сука. Угу. Потому что вы, блядь, вдвоем встали, попидорасились, а я еще буду смотреть на это. Ну уж нет, ребят. Хуя, они уже сверху напрыгивают. Это пиздец, товарищ. Эй, он вообще соображает, что делает? Вот он начал. Конечно, соображаю я от вас. Ебать, пытаюсь, огры ебаные. Оба-бум. Да мне как-то поебать, господа. Я сваливаю с этой планеты. Делать со мной что хотите, но я съебываю с этой помойки. Это уже не шутки. У нас серьезные повреждения. Ничего, значит раскидывают нахуй, почем свет стоит.
смотреть на вас буду, идиот. Будьте внимательны, мы перекрыли дорогу. Блять, заград за заградом, что за пиздец? Он врезался в заграждение. Я собираюсь идти на перехват, 10.75. Не, серьезно, блять. Оградка за оградкой. И благодаря мусору я очень точно ударил. И еще один трупешник. Хуяк! Носороги их самих подняли, пиздец. Кстати, это первый раз носороги. Вообще. Девять минут, полет заебательский. Что ты там сказал? Как ты, блядь, в клещи один ты меня возьмешь? Орк ты ебаный. Бабах! И еще один труп. Объект прорвал заграждение. Нет, заград, поэтому даем дальше. Блять, заград за заградом. Ладно, приготовились. Сейчас его. Ах, хуй тебя. Придется как-то иначе сделать. Мне его не обойти. Тубу-бум. Сейчас, за мной два орка. Орки, ебаные. Упс. Он ушел, надеюсь, попадет на оцеплению. Я сильно ховать со себе. Весь вечер, вижу код 6, продолжаем погоню. Куда поехал-то, Дим? Фу, блядь. Бум. Бум. Ну хули ты тут, блядь, чикендронишься, скотина? Я чтоб все носки из лобковых пружин жена связала. Блять, я еду 280, он, сука, не отстает. Надо что-то делать, или он уйдет. Внимание, я иду на сближение. Кстати, если въебать одного такого, будет очень эпично. Я его попробую въеби. О, еще заград, я уже соскучился, блядь. Смотреть я на вас буду, дебилы, блядь. Сука, хуесосы. Я уже со счета вбился какой-то круг. По-моему, четвертый. Бум. Как минимум одного джекпешника я вынес. Это легкие джипы. Вот что хуёво. За тяжелым мне бы дали в три раза больше рейта. Хотя с другой стороны, за корвет 25. И за кросса где-то сотни. Ну ничего, с этим пидром мы еще повстречаемся. Бум. Объект прорвал заграждение. Так, а вот и орки подоспели. 204 на связи. Стоим в заграждении. Гоните. Это раз к концу круга. Перестраиваемся к 10.75.
охрана, почему только один? Орков-то за мной приличная толпешка. Ну, по полю, так по полю, хуй с вами. Он меня блокирует. Отвлеките его. Придется спиливать один из самых скоростных участков. Блять, как я ненавижу вот это место. Ведь в дерево въебаться проще некуда. Рак, блядь. Наивный дебил. В прошлом дубле меня взяли на 17-й минуте. Не, в начале 19-й минуты, это из-за моей оплошности. Но сейчас я стал злее. Так, получается, мы сейчас где-то на 4-м круге. Суть по времени. Бум. Пока сбил. Щенята, блядь. Все быстро к нему. Берем его в коробочку. Ага, сейчас. Мечтать не вредно. Дай-ка уж еще тапочку поддам. Так, где-то уже ближе к половине дела идет. Вижу объект, повторяю, вижу объект. Вижу. Я перекрою ему... 2-4, всем. Мы стоим в заграждении, следите за скоростью. Я уж думаю, я один остался. Вот, есть с кем почикаться. Огры ебаные. Так, за мной два орка. Мы уходим с 4-го круга. Ладно, сейчас слишком сильно от них не отрываться, потому что огров всего два, и подстраховать тут чего их некому. Ну, я так думаю, за время челленджа мы явно выбьем X2 по текущему рейту. Бах! И впали вот. Дайте-ка я кое-что настрою. Главное, теперь не нажать R случайно. О, заебись. Теперь хоть на орках можно изредка поглядывать. Сука, повело. Блять, если честно, у меня уже левый кит болит, поэтому я передаю управление правой. Наверное, все понимаю, но играть на клавиатуре в гоночные симы, особенно с таким накалом. Какая вся хуйня на самом деле. 2-4 всем участникам погони. Будьте внимательны, мы перекрыли дорогу. Блять, капот ударил. Объект второго заграждения. Один огр где-то 10 секунд времени. Ну чё, блядь.
Ты сам виноват, Гэс. Объект найден, следуем за ним. Жопосики. Объект прорвался. Делать мне больше нечего, кроме как на вас смотреть. Последний раз код 6 двигался на север по 99-му шоссе. Рекомендуем оцепить этот район. Начинайте прямо сейчас. Коран, все сюда! Опасная хуйня, если честно. 16 рублей сзади. То есть кто-то выше нормы выйдет. Бум. Сколько я уже засад-то нащелкал? Сколько, блядь? 27 заграждений? Щита? 20 орков выведены из строя. 48 орков меченых. 6 правил нарушено. Ну, пари, блядь, по-любому. Ебай, жара. Нам еще потом после всего этого как-то предстоит съебаться. Не находите, господа? А быстро это сделать не получится. Я так полагаю. Такими, как он, все средства хороши. Даю сигнал на 10.59. Вперед! Колби его! Ну, кто-то уебался опять в лесовоз. Да что ты будешь делать, сука? Корочки мяса. Внимание! Объект разогнался настолько, что оторвался от дороги. Будьте осторожны. Смотрите, у нас бугры ебаные. Так, 18 минут. Это у нас 5-й круг, по-моему, да? Учитывайся, нам еще запарили нас. То есть мы уже, можно сказать, вывезли 305 тысяч хейта. Опять по капоту, блядь. Нихуя себе! Суки! Ебали в ужасе! Вроде выпался. Да съебись ты нахуй! Вот это реально был ход. Кстати, это первый хороший такой зажимчик. Корочки мяса, блядь. Господи, подгони мне еще один лесовоз, а? А то что-то контейнеровозы вижу, а лесики как-то кончились. Ну, на автовоз надеяться не стоит. Внимание на объект! Будьте готовы задержать его! Хуй тебе! Так, 6-й круг. Время 19.38 на данный момент. Он врезался в заграждение. Всем участникам погони, гоните объект на нас. Мы перекрыли дорогу. По-моему, это, кстати, был юбилейный 30-й заград. Ну да. Thank you.
20 минут, это уже 2/3 челленджа выполнено. Так, и мы, наверное, успеем намотать, считая от этого места еще кросс-байки 2. Сейчас, может, ближе... Прошли середину пятого круга. Я начинаю маневр. Внимание! Ты отсосал мне хуёк. Внимание! Ах ты ж сука! Я ещё робот. Раз, круг. Объект сорвал заграждение. Там джватруб, по-моему, был еще, нет? Мне показалось. Ты уж тачка для близко переворот. Так, это будет 31 заград. Ну-ка. А то после такого мяса я смогу с чистой совестью спокойно выходить. Хлебать пила со слышит лакримозы. Ну или еще что-нибудь такое же липучее. Я один. Есть кто-нибудь рядом? Проблема со спецканалом. Уже устраняем. Все, он меня достал. Я сейчас протараню его. Огры развернулись. Так, там вроде кто-то перед ком стоял, поэтому дай-ка я его сюда выкину. Так, задним. Въебать-то мне и нечем. Так, 22 минуты. Ну, почти. А что мы имеем? 255 тонн рейтинга. Плюс учтите, что у нас еще 90 запарит. То есть 340, по сути. Серый один на связи. Стоим в заграждении. Гоните его. Бам. Заметили фишку? Если хотите качественно проскочить заграждение, почти не заметить, что нужно пробить именно в задний свес. Для несведущих поясню, что свес это... Так... А вот видите, как раз внедорожник, вот у него жопа, как раз то место, где находится задний бампер, приблизительно. Он идет на заграждение. То есть, все то, что находится сзади от колесной базы. А это у нас, как я напомню, расстояние между центрами осей. Код 6 ушел, только что, ясно? Неизвестный атаковал патрульную машину, высылаю приметы. Че, продолжаем мясо или, наверное, свернемся? Не. Судя по стрелочке, продолжаем. Последний раз объект ехал. Еще пара крусбанов в планах. Вижу нарушителя. Все ко мне. И желательно под небольшим углом, чтобы мусор перевернулся. Нарушитель прорвался. Внимание всем, это Сьерра-1. Шестой круг. Мы устроили засаду прямо по курсу. Гоните его на нас. Так, и за 6 кругов, ну, в среднем, 6 заграждений на круг. Прикрытие в нескольких милях. По-моему, на этой трассе копов драконить можно бесконечно. По крайней мере, я сейчас готов это подтвердить, откатав полчаса без ареста. Замечу, что мы уже 23 минуты пидорасим уродов. Потом где-нибудь... Ну, в следующих выпусках, скажем так. Мы попробуем гораздо более лютые вещи. Во-первых, часовую версию челленджа. Во-вторых, гораздо более высокое жарило. То есть на четвертом как минимум. Может даже и на пятом. Как он двигался назад через разведку Кенден. Немедленно отцепляйте этот район. Он... Да тут я, тут. Не теряйте. 23-20. В принципе, мы нормально успеваем зайти на седьмой, на восьмой круг и на восьмом же, сука, круге уйти. Бля, получилось не очень удачно. Я подпрыгнул, но с другой-то стороны... Задача, в принципе, исполнена.
Внимание, прикрыт. Вижу нарушителя. Все ко мне. Блять, как блюрит. Объект найден. Следуем за ним. Он не подчиняется. Повторяю, он не подчиняется. Буду таранить. Прием. Может, я тебя сначала? Дорог. Погонька адская, конечно. И нам осталось где-то чуть больше 5 минут прокататься. Но на самом-то деле, если считать от моего любимого комбо-брейкера, а это стадио, откатаем ровно круг. То есть сейчас 6-й круг. Хотя нет, скорее всего, не круг, а 2, если считать от стадио. Получается, на 8-м круге, если я не обсчитался, мы должны зайти на стадион. Хотя, с другой стороны, вот сейчас оптимальный момент для того, чтобы уйти, но мы еще один подкреп дождемся. Я уже, по-моему, в прошлых видосах показывал, как это, ломаться через стадион. Просто проезжаешь, тух-тух. Единственная проблема, что на 4-м выше в дело вмешивается вертолет. Давайте быстрее, животное винтокрыло. Принимаю меры. Сука. Почему-то Ленинград. Так и хочется. Жалкое ограничение Ютуба не позволяет. Я бы сейчас Ленинград на всю катуху рубил и просто молчал бы. Там играл бы какая-нибудь Боба-робот, Ебубаб и прочее. Блять, это отвал башни. По крайней мере, когда я соберу такие новые компуктеры, начну стримить. Это обязательно будет, господа. Какая-нибудь трошанина, угара, садомия. О, огры подъехали. Между тем у нас за 300 тонн рейд. А это вам, я так скажу, нон-пенни с камина, учитывая. Хотя, знаете, если так хорошенько подумать, можно чуть-чуть снизить среднюю скорость. И на 7-м уже круге зайти на стадион. Что, блядь? Так, 7-й круг. Времени 27-я минута. Бах! 309 тысяч рейта. Ну, мы за эту погоню по-любому получим 400. Когда уйдем, конечно. Прыг. Блять, вот это опасно. С таким количеством орков на хвосте это реально опасно. В город я съезжать не хочу, поэтому только стадион. Потому что в городе меня моментально зажмут, учитывая склонность тачки к заносу. Ебу-ебу-баб, ебу-ебу-баб. Бам. Так. Оп. Что там у нас? 43 заграда. Они сами все сделают, не хуже меня. Ух! Не, ну вы видели, блять, это был голливудский трюк. Нахуй. Так, огры все выбывают, 7 штук. Прицепом. Бабах. Блять, на дыбы встал, ну да похуй. Объект прорвал заграждение. А все, от меня хватит. Сгоняем объект на обочину, не упустите его. Куда ты, блядь, лезешь? Будет обидно проебать в самом конце челленджа. На, хуй. На, нах.
И как говорил мой сосед по общаге, тух-тух, блядь. Эх, были времена. Так, это мы уже на седьмом круге, получается. В принципе, реально, можно скинуть немножко среднюю, вот как раз подкреп вовремя. Подоспел. Бабах нахуй. И еще один трупак. Так, в принципе, если немножко подрочиться возле стадиона, мы успеем до подкрепа. Спокойно причем. А учитывая, что у нас не будет вертушки, поскольку это третий уровень, то будет, в принципе, все вполне себе четко. Единственное, что надо как-то дотянуть и повисеть с минутку рядом с этим орком. Дав ему немножко подрочиться. Эй, ты куда? А надо-то всего лишь объехать стадион. Давай-то мне это самое не скинет. Фигон нихуя. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, две, одна. Или сколько там? Все нахуй, съел. Ебать, потяра, конечно. Проверьте мой квадрат. Так, томогр. Внимание всем. В момент потери контакта код 6 ехал на запад по бульвару Стейдия. Он не мог уйти далеко. Оцепление вокруг точки и к востоку от нее. Ждите дальнейших указаний. 7-3, выставили 10-73 к юго-востоку от последнего известного. Нет никого? В смысле, блядь? Внимание всем! Будь весело, если я еще пойму. Направился на юг, повторяю, направился на юг. Вы стояли на юг. Бля, ребятки. Итак, 180 тысяч за продолжительность погони. 38 экипажей. 4 нарушения. 2 заграда, хотя мы их сделали штук 40. 30 тонн ущерба. 20 тонн ущерба, хотя мы там хорошо так за 200 вылезли. И статистика. Продолжительность погони. 30 минут 8,52 секунды. 78 экипажей повреждено, из них 38 выведены из строя. Ну, шипов не было. 46 заградов, 440 тысяч ущерба, 6 нарушений. Из 8 возможных. Не было чрезмерного превышения, неосторожного вождения. Ну и все пари. Это снова я. Тут один коп зовут Кросс, очень тобой интересуется. Ездит на корвете Си-6. Да мне до пизды. После такого эпика я предлагаю прерваться, сходить пополнить запасы чаю. Спасибо вам за просмотр, господа. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте. До встречи.